дорогие друзья, доброго дня. Сегодня последний день фестиваля в Униксе. Выступает сегодня Институт математики и механики имени Лобачевского и Институт управления экономикой и финансов. Программа обширная, хорошая, как обычно. Будем добивать концовочка от эконом, надеемся. Хорошая концертная программа, так же, как и от Мехмата. В общем, гуляем, как обычно. Я вот вижу Дмитрия Гомжина, сейчас мы к нему подойдем. Выключай камеру. Что-то по последнему дню скажешь. Я тебя жду слов, ты все, тему отводишь. Что сегодня очень интересный день будет. Мехмат, главный институт, на который сегодня все собрались посмотреть, конечно. Это главная интрига вообще всего фестиваля. Аншлаг на Мехмате все ждут. Потом почему будет, конечно, главный? Эконом, да, такое вот. Ну, посмотрим, что они покажут. Но вот очень интересно увидеть Мехмат, конечно, очень. Почему? Да так уж я это... Конечно, знаешь, все собрали. Камера все пишет, это режиссер Института социально-философских и массовых коммуникаций. Да, конечно. Вы сейчас понимаете все, что о вас конечно, думает, конечно, все собрались сегодня на эконом. На Мехмате собрались. На Мехмат. Ну, посмотрим, сколько людей придет. А вот и он, любимый зал. Даже не верится, что завтра он опустеет. Вот, дорогие друзья, как я уже сказал, последний день мне захотелось лично почувствовать сцену в полном ее объеме. Зал, как мы уже показали вам, наполняется постепенно. Совсем скоро увидите программу, откроет ее Институт математики и механики имени Лобачевского. А пока почему-то только один я сижу и вот грею попой свою сцену. А в целом, желаем вам приятного просмотра. Приветствуем Институт математики и механики имени Лобачевского. Начнем с того, что чувак, который рисовал титры к номерам Мехмата, также рисовал логотип Джамбарум. Сюжет. Город, где его жители погрязли в грехах, основной из которых – алчность. Главный герой – один из них. Мечтал свалить из города в поисках лучшей жизни, застрял в лифте с кучей денег, наедине со своими пороками. Осознал, что жил неправильно, решил себя изменить. Их грехов, потому что я не хочу быть таким. Я понимаю, что не смогу сразу изменить этот город. Но я хочу дать возможность этим людям в очередной раз не надевать маски и хотя бы сегодня побыть собой. Также на этом концерте мы увидели человека, похожего на Уилла Смита. Также присутствовал и политический юмор на непонятном нам языке. Отсутствие. Обозначение. Оружие отсутствие. Палки. Согласие. Год раз палка стрельба. Секундант! Остановитесь! Господа, вы ж друг друга... И прочие номера достойные похвалы. Вслед за ним выступил Институт управления экономики и финансов. Как говорится, эконом. В смысле эконом, чемпион? Что за чемпионат-то? Так вот, вокзал. Место, где объединяются судьбы, где наблюдаешь самые искренние эмоции. Вокзал как жизнь, как наше студенчество. Есть место отправки, место прибытия и попутчики. Здесь совершаются мечты, происходит становление личностей. На этом вокзале, именуемом как «Студвесна», мы пронаблюдали путь на сцену Вагиза Аюпова из Института управления экономикой и финансов в Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций и наоборот, только уже у Валентины Юшко. Не отвечать ему совсем, а он все равно продолжает. В общем, мы решили приклеить их к колдуткам, чтобы они не сжались ноги. Он рассказал вам о политике, и теперь вы самые близкие люди. Вы теперь настоящая команда. Все, он вам готов доверить самое близкое. Также пронаблюдали соло директора эконома.
Добрый вечер, здесь директор. Я послушала ваши ответы. Как пересказали вы Толстого, ставлю свое слово. Читать романы вкратце значит вам не развиваться. Прочитай в полном объеме, в этом есть и весь феномен. Криповый театр мод. А это что такое? Это же главный фейл года! Впечатления очень крутые, эмоции просто море. Просто нельзя это описать. Он общается, мы дальше пойдем. Что обсуждается, как это? В смысле? Как ты упустила финал? А это помимо финала? Что? Помимо финала. Все будет, было отлично, это было просто море эмоций. Первое место. Конечно, да. Гран-при. Да, конечно. Эконом. Чемпион. Что ж, дорогие друзья, это был последний день фестиваля, выступал Институт управления экономикой и финансов. Нам все очень понравилось, как видите, понравилось всем артистам. Что ж, возможно, мы с вами поедем в Елабугу и Челны, а может и не поедем. Смотрите наши дневники и ожидайте, мы в течение недели выложим все записи концерта. Всех вас любим, увидимся с вами совсем скоро, 18 апреля, на гала-концерте фестиваля «Студенческая весна». Меня зовут Владислав Сергеев. Всем пока-пока. Люблю.